Привет всем! Утро, а вы не спите. А все почему? Правильно, потому что вы, наверное, все в школе. Да? Раннее утро, сегодня мы встали. Во сколько мы встали? Я 7:30, ты 8. Да, 7:30 утра. Я встал. Тёма в 9. Не, я тебя разбудил в 7. В 7 мы встали. Вот кто больше всего выспался. Ему стыдно, поэтому он отвернулся. Потому что человек поспал до 9 утра нормально. Как нормальный белый человек. А, 8 проснулся. Мы проснулись на час раньше. На полтора часа раньше. Вот, сегодня очень бурный день. Очень много дел. Хочу, во-первых, тех, кто еще не поздравил, присоединяйтесь к поздравлениям. Сегодня день рождения у моей близкой подруги Анечки Седоковой. Солнце, если вдруг ты смотришь трансляцию, я тебя поздравляю. Ну, все поздравления будут сегодня при встрече. Ты сама все знаешь. Вот. Увидимся, и я буду тебя поздравлять. Хочется от всей души поздравить своих земляков, всех казахстанцев с Днем Независимости. Вот. И пожелать вам независимости, пожелать процветания нашей замечательной, прекрасной стране. И пусть у вас все будет хорошо, пусть у вас все будет замечательно. Что еще хочется вам рассказать? Сегодня у нас будут съемки практически весь день, съемки на СТС Лав. Вот. Поэтому сегодня навряд ли мы еще сможем запилить какую-то трансляцию. Вот. Ну, собственно говоря, всем хорошего дня, хорошего настроения. Еще раз поздравляю всех с Днем Независимости. Всем пока!